План 2016 года по развитию современной телекоммуникационной сети выполнен, но предстоит не менее трудная работа по ее расширению и повышению качества связи. Об этом сообщили на отчете министра связи и информационных технологий Республики Александра Борисова. Подробности в сюжете далее. За 16-й год Минсвязью и операторами связи сделано достаточно многое и заложен крепкий фундамент на будущее развитие. Так были заключены три главных соглашения о прокладке оптоволокна до Барагонцев, Битайдяха, Мегина, Кангаласского, Луса и Удачного, а также до Верхневилюйска. В течение 16-го года 31 населенный пункт подключен к оптоволоконным линиям связи и построено 721 километр волоконно-оптических линий связи. Медсистема развивается и сотовая связь с охватом 3 и 4G. На сегодняшний день мобильная сеть существует в 467 населенных пунктах республики. Зоны действия 3G, 4G, 73,5% находится в зоне действия сети 3G и в зоне действия 4G 57,7%. Также знаковым событием прошлого года стало возобновление радиовещания для жителей арктических и северных территорий Якутии. Из долгосрочной консервации были выведены два мощных радиопередатчика. В зоне находится около 26 районов нашей республики, и около 32% населения сегодня могут слушать коротковолновое радиовещание. Территория вещания – это 74% площади нашей республики. Помимо этого, в прошлом году была запущена единая система по начислению и сбору платежей за жилищно-коммунальные услуги. Также была организована возможность получения услуг в электронной форме, таких как запись ребенка в первый класс. Основными задачами на этот год в министерстве видят в развитии местного производства в области информационных технологий. Виталий Абрамов, Владимир Таюрский, МВК Саха, Якутск.